20-летие установления дипломатических отношений между Россией и Словенией в эти дни отмечают в Приэльбрусе. Организованная Советом молодых дипломатов МИД России первая двусторонняя Эльбрусиада должна завершиться восхождением на высочайшую вершину Европы. Вклад любителей гор и горного туризма – неотъемлемая часть празднования этой годовщины, считает второй секретарь МИД России Андрей Карбовский. Такой командный вид спорта, как альпинизм, еще больше должен укрепить отношения между Россией и Словенией. Гору счастья для восхождения выбрали не случайно. Для нас, россиян, Эльбрус – это особенная гордость, это вершина Европы, которая одна и по своей красоте. Это часть нашей культуры. Также, как часть славянской культуры, это альпинизм, это горный туризм. Словенцы – это нация альпинистов. Представители элиты горного сообщества Словении, кстати, они в Кабардино-Балкарии впервые, вместе с Андреем Карбовским сейчас проходят акклиматизацию. В этом им помогают сотрудники Эльбрусской спасательной службы и МЧС. Накануне состоялся их первый выход. Маршрут выбрали не самый сложный – Терскол, водопад Девичьи Косы. Завтра они планируют подняться к самому высокогорному озеру России – Чипирозау. Главная же цель восхождения на Эльбрус. На его вершине международная экспедиция намерена установить флаг Министерства иностранных дел России.